Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Герой Диснея, боевой режим. Так, давайте зайдем для начала на рынок. И что мы тут видим? Да нифигашечки. Хотя нет, ребята, я вижу на Гуфи всего лишь одну фишку. Нет, спасибо большое, я от этого откажусь. Так, что у нас, ребят, по гильдии? Давайте зайдем, отметимся все-таки. Так, 16 входов на сегодня. Слушайте, это мало. Так, наемники, ну кого я могу поставить, ребят, сюда? Ну давайте, кстати, да, что я вам хотел сказать, ребят. У меня появился новый герой Геркулес, как вы видели, да, только что. И я его прокачал до синевы. Он стал у меня синим бухариком, грубо говоря. Нет, ну на самом деле он очень крут. Мне понравилось на самом деле, что он из себя представляет. Так, подожди, дай-ка, что такое получить? 300 гемов за что? Вау! Нифига я тут наполучал! Ну, это классно. Так, ребята, что у нас дальше? Во-первых, я, как я вам уже говорил, получил Геркулеса. Я его прокачал немножко. Так, сундуки давайте откроем. До синей, да? Синей, так сказать, прокачки. Я так понимаю, тут есть, наверное, и фиолетовая, и так далее, и тому подобное. Но он у меня на синеве. Весь такой вот синий, как я не знаю кто. И дальше, ребята, я хочу найти кого-нибудь новенького, новенького персонажа. Во-первых, смотрите, ребята, что у нас тут? Якс, он что может сделать? Во-первых, по предметам. Вау! Да ладно, вы серьезно? Вы это серьезно? Я могу повысить его? Конечно, Якса я обязательно, ребят, повышу, потому что тоже становится он у меня синим. Слушайте, вот так, открыт новый навык. Запах тела. Ёпарасете, это что за запах тела из-под мышки? Якс выпускает ядовитое облако, которое наносит 747 урона врагам на 10 секунд. Слушай, ребят, ну на самом деле это очень круто. Я продолжу его одевать. Так, новый 5000. Для меня это не помеха, ребята. Почему я не могу надеть? Почему я не могу надеть? Я вроде бы как бы сделал все, что нужно. Ладно, фиг с ним, не хотите, как хотите. Так, что у нас по Геркулесу? Я могу пиццу надеваем, ребята. И нужен еще вот этот вот ворон, поющий в терновниках, судя по всему. Слушай, ну, тем не менее, ребята, я думаю, что сегодня мы с вами должны по основной сюжетной линии продвинуться довольно неплохо. У меня все-таки два синих персонажа в хламину синие. Так, городской дозор, сканирование карты. И что же мы тут видим, ребята? Я вот это вот хочу сделать по откатику. На самом деле это пока еще режим у нас нормальный, но как видите, у меня все здесь уже погибшие. Почему откат не работает? Давай нормальный режим. Все, ребята, мы откатили его, но пока я проходить его не собираюсь. Я хочу идти в компанию. Ну, естественно, ребят, для чего мы здесь с вами собрались? Для компании, это самое главное. И, как вы помните, меня здесь разбирали эти вот вражины. Но на этот раз, я думаю, что у них ничего не получится, потому что я беру Геркулеса. И, ребят, подождите-ка, Якс, Якс у меня здесь все, да? Вроде бы все отлично, все хорошо. Поехали в бой. Давай. Я сейчас посмотрю, как у нас, ребята, здесь все это дело пойдет. У Геркулеса довольно неплохие, ребята, скиллы. У него есть защита, у него есть оглушение. Мне это очень понравилось. И вообще понравилось, как он себя ведет. Я вначале думал, что он саппорт, но такое впечатление, что он на самом деле танк. И, по крайней мере, если сравнить его с мистером Изумительным, да, или Исключительным, как его там величать, он довольно неплохо рулит. Как вы видите, на 3 звезды вообще мы даже с вами не поморщились. А в прошлых сериях, если вы не верите, посмотрите, что там происходило. Меня просто разбирали как сосунка. Так что все изи. Так, ну что, Хламон, ты получишь свое, и мы с вами продвигаемся дальше. Так, ага. Ладно, здесь тоже, как видите, довольно быстрый разбор полетов, практически моментальный, и мы продвигаемся с вами далее. Это третья волна из трех, я думаю, что здесь тоже никаких проблем не должно у нас возникнуть. Отлично, заморозили, бомбанули, кто там у них хиллер, я не понял. Вот этот вот со своим мороженым, даже машина нам здесь не помешала. Отлично, вообще, мне нравится, как мы с вами идем. Служебные тоннели 15. Я вообще, ребят, хочу этот, всю вот эту локацию пройти, потому что здесь у меня будет... скажем так, площадка для нашего фарма. Потому что некоторые элементы мне нужны именно с этих лог. Так что будем здесь их, естественно, разбирать. Ну, как видите, все довольно легко и просто. Вообще изи. И самое интересное, что я хочу, конечно же, прокачать своих персонажей до синевы, остальных, оставшихся. Потому что потом не за горами и фиол, то бишь эпик.
Сейчас в данный момент у нас идет просто редкость. Так, служебные туннели. И у нас тут будет служебные туннели. Я не знаю, какая там циферка стоит. Но в любом случае нам нужно с вами двигаться вперед. Не оглядываться назад, только лишь, ребят, вперед. Несмотря на то, что вот эти охламоны имеют сопротивление, мне на это наплевать по большому счету. Я их все равно рано или поздно разберу. Пускай даже придется мне использовать скиллы. Так, что тут? Ну, я не спорю, конечно, ребята, он берет львиную долю внимания на себя, да, своим сопротивлением. Потому что я все-таки трачу на него какое-то определенное количество времени, вместо того, чтобы разбирать основной состав. Так, смотрите, там какой-то робот разбитый валяется вон там. Да-да-да, я только сейчас обратил внимание, потому что как-то не до этого было все. Ну, согласитесь, Геркулес хорош. Я не знаю, ребята, кто со мной не согласен, можете писать в этом в комментариях. Я не спорю, что есть здесь, наверное, очень много достойных. Так, а это что такое? А, друзья. Ну, давай, давай попробуем. Давай попробуем, ребята. Эй, Ральф, Эластика рассказала мне про деформантов на станциях метро. Не хочешь попрактиковаться вместе? Конечно, малышка, я с тобой. Обязательно тратьте дружественную выносливость, когда она полная. Сражаться могут только герои, которые дружат между собой. Хм. Мне вот это интересно, кстати, ребят, я до этого не играл в такие фишки-дришки. И я хочу посмотреть, как у нас здесь произойдет все это дело. Опять же, три волны. То есть у нас Ральф, да, и Ванилопа. Они играют здесь вместе, так как они друзья. Но, поверьте мне, у меня еще кто-то есть в друзьях там. Я не помню, правда, кто. Так, ну что же, давайте, ребята. Пока у нас все хорошо, довольно вообще неплохо. Ну, видимо, это easy level уровень, да? И, как видите, мы все... Оу, кролик, ты не припухли, радость моя. Психует он там стоит. Так, хорошая работа. Прохождение дружеской кампании – это самый быстрый способ повысить уровень дружбы. Эпизод продолжается. После того боя вы получаете XP дружбы и приближаетесь к открытию миссий и дисков памяти. Угу. То есть получается у них, ребята, вот что это такое? Вот шестерочка и 30 уровень. Ладно, мы сейчас с вами все это узнаем. Теперь вам доступны быстрые бои в компании с другом. Давай попробуем быстрый бой. Быстрый бой — это не рейд. Здесь сражение все-таки происходит, поэтому в быстром бою можно проиграть. Если вы проиграли, быстрый бой придется драться в обычном режиме. Не волнуйтесь, в режиме быстрого боя вы не пропустите сюжетные диалоги из кампании. Я все равно хочу, ребята, быстрый бой сделать. Я хочу посмотреть. Победа! Слушай, смотрите, ребята, мы с вами получаем и добычу, и все как полагается. И уровень дружбы у нас повышается. Четвертый он становится. Давай-ка я попробую еще быстрый бой. И опять же, как видите, воу, сладкий реворд. Я обожаю, ребята, сладкие реворды на самом деле. Ну, и опять победа. Господи, нам фартит сегодня. Ребята, интересно, а пятую мы сможем одолеть с вами на быстром боевке? Сласть меня на зиму. Ральф, ты не поверишь, что я видел на станции метро. Угадай, что? Знаю, коня в пальто. И его тоже, но на этот раз там реклама сладкого форсажа. Пошли посмотришь, как я классно выгляжу. Да, ребят, Ванилопа, правда, у меня погибла. Эпизод 2, сладкий форсаж. Жми, жму. Жму, ребята, конечно же. И погоди-ка, секунду. Погребенная улица, а почему? Секундочку. А разве мы не здесь дрались? Ребят, я не могу драться, потому что у меня нет какой-то энергии. Жаль. Очень жаль, видите, как у нас нету этого. Ну, все, я понял, там, ребят, там целая цепочка. Но, тем не менее, спасибо хотя бы и на этом. Как видите, ребята, у меня все прокачано по максималке, 30 из 30, и это на всех моих персонажей. Поэтому мы с вами переходим. А куда мы с вами переходим? Так, во-первых, у нас здесь что-то есть. Так, обзор, счет, так, бла-бла-бла. Это мне не нужно, это мы пролистываем. Вот сюда я хочу, получаем 17500 и 10 гемчиков. Это никогда не будет лишним. По заданиям мы получаем с вами дружбу 150 чего-то там очков. Непонятно чего, для чего, куда и почему. Так, ну что, мистер исключительный, что ты хочешь сказать? Что я могу тебе что-то... Ага, я могу создать. Надеваем. Слушай, а где вот это вот найти на тебя, а? Рыбачья улица, слушай, подожди, парень, ну мы же можем здесь с тобой просто сделать рейд. И вот, видите, вот, ребята, та самая удочка, которая мне нужна была. Даже две удочки. Я думаю, что это с лихвой все нам компенсирует. Вот, теперь тебе пиратская шляпа. Надевай и будь ты у нас в конце концов синим. Я хочу, чтобы ты тоже был синим, да, я готов повысить, ребята.
Вот. Шик и блеск. И открыт новый навык у нашего мистера исключительного. Когда уровень ХП мастера исключительного падает ниже 50%, скорость его атаки увеличивается на 400%. Его базовые атаки наносят 85,2 дополнительного урона. Фух. Слушай, ну теперь-то я думаю, что он не будет у нас ватным и масляным, как мы его до этого называли. Так, здесь нужно меч в камне, еще божья коровка, ой, божья коровка, улитка божья. Короче, ребята, три синих персонажа. Я думаю, что теперь-то мы с вами разгуляемся. Так, а что у нас у Якса? Что вы хотите сказать? Я могу надеть... А, понял. Хорошо, я надену. Ну что же, мы продолжаем с вами сюжеточку, да? Без сюжеточки, как говорится, никуда, в порт. А что? А, давайте-ка мы, ребят, с вами в порту. Я могу рейд сделать. Нет, не могу рейд сделать. Мне приходится все равно это делать в рукопашку. Но для начала убирать я никого не буду. Поехали. Смотрите, мощь моей команды, ребята, 4650. Слушай, я думаю, что это довольно неплохо. Очень неплохо. Я не знаю, у кого там из элиток сколько мощей, я даже боюсь представить на самом деле. Но я думаю, что для моего вот данного уровня это неплохо. Потому что, как вы видите, мы проходим все вообще на изи. Никто нам здесь ничего сделать не может, и я этим очень доволен. Так, победочка на 3 звезды нам. Нет, я не хочу ничего. И две попытки, через сколько там, 9 минут будет откатик. Это на вторую, ребят, попытку. Так, здесь спасибо я пока не хочу. У нас есть сундучок, опять же, бесплатный, который я могу получать. Я понял, ребята, я ваши подсказки и все эти пожелания читаю. Я знаю, что с этих сундуков, как вы сказали, ничего нормального не падает. Поэтому Рэй, не, как говорится, не трать на это внимание. Используй, чтобы получить 1500 экспы и быстро повысить уровень героя. Мега-коктейль. Угу. Я получил мега-коктейль. Это у нас ежедневочка. И давай посмотрим, что у нас на черном. Оу, Дюк Бубумса. Я не знаю, кто это такой, ребята. Что за... Ну, две фишки. Сколько нужно для... Ой, для открытия нужно 30. Это слишком, слишком много. Давай посмотрим, что у нас здесь. 200 очков есть. Нужно 500. Понятно, мы здесь в пролете. Здесь тем более мы в пролете. А вот здесь вот можно, ребята. Я думаю, что Флинн. Или же Мигель. Слушай, если бы я хорошо разбирался бы в персонажах, я бы, конечно, бы покупал бы себе именно вот, зная, кого надо брать. Ладно, хорошо. И давай я возьму Мигеля. Фиг с ним, ребята, Мигель. Еще 5 фишек, и мы ее откроем. Так, что у нас здесь? Здесь балалайка, потому что нет очков. Так, а вот тут у нас Гуфи. Как я вам говорил, ладно, фиг с ним. Я куплю, ребята, куплю, потому что вы сказали, что это имба. И куплю, пожалуй, еще 2 фишки на Дюка Бубумса. Так, ну, а здесь мы с вами в пролете. Хм, ну что же, испытание. Войти. Так, у нас разыгрывается вот эта вот, я не знаю, тачка... Фигачка, рейд у меня не прокатит, потому что нужен VIP, и поэтому мы будем... Ага, здесь, значит, определенные, ребята, герои должны участвовать, определенные раскраски. Обычно там красные, да, желтые, синие, но, как видим, у нас пока все изи. Так, минус, Якс минус. Так, минус. Продолжаем, ребят, движение. Слушай, я думаю, что победа будет за нами. Да, победа будет за нами, это однозначно, потому что они даже... Даже никакого сопротивления нам не сделали. На 3 звездочки я получаю одну вот эту вот тачанку. И все на этом, ребята. Это был короткий. Так, эпидемия. Что там? Эпидемия завершена. Хм. Так, регион зачищен, волна зачищена. В этой части города нужна ваша помощь. Сразитесь с этими деформатами, чтобы зачистить этот округ. Сразить... Так, я понял. Сразитесь. Так, выбери героев, да, из списка ниже. Угу, подожди. Уберем Ванилопу, начнем вот, наверное, вот с этих ребят. Так, так. Мой состав полон. Так, давай-ка мы Ральфа уберем, и я, наверное, поставлю Фреону все-таки. Ну что, ребят, давайте посмотрим. Мне самому интересно. Гуфи, говорят, имба. Сейчас мы и посмотрим, насколько он имбовый. Слушай, что творится с моим Геркулесом? Почему он против меня же восстал? Это непорядок, ребят, на самом деле. Но, судя по всему, ребята, здесь будет победа за нами. Хм. Отлично, я рад, на 3 звезды. Так, добыча и... Так, защищайте целые регионы вместе с вашей гильдией, чтобы получить награды. Ага, целые регионы. Так, закатный залив защищено. А вот это вот что такое? Так, смотрим, ребята. Это кто-то проиграл здесь.
Опачки, я, кажется, ребята, кое-что понял. Так, мы что тут? Все слились, что ли? Я не могу понять. Ну, или что? Так, давай-ка я попробую вот здесь, наверное, да? Давай, ребята, мы попробуем здесь с вами этот... Так, а у... Что? Мистер исключительный был уже использован. Все, ребята, я понял. Я понял, в чем фишка здесь заключается. То есть те герои, которые у нас были использованы, я не могу их взять в следующий бой. Хм. Жаль, конечно. Для этого нужно, знаете, что я вам скажу? Очень много героев. Чтобы у тебя было куча героев. Я хочу пойти на арену, ребята, и немножко кого-нибудь поколбасить. И в данный момент я вот нахожу, например, головорез Патча. Слушай, довольно новенькие какие-то здесь герои есть. И давайте посмотрим, на что мы с вами здесь способны. Я беру сюда так. Я беру Альфа, убираю, а беру Якса. И вот такой командой попробуем мы с вами здесь сразиться. Хотелось бы посмотреть, конечно, кто кого разрулит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно тебе, хорош. Так, погоди-ка, 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 ребята. А почему так все происходит? Так все происходит, потому что я сфейлился. Вот что. Слушай, у него герои какие-то есть, конечно, новенькие, которых я не видел до серии, которых я даже не мог, так сказать, ну, протестить, можно так это назвать. Ну, по крайней мере, на арене у меня уже доступны довольно много игроков. И, слушай, я думаю, что не стоит пока мне здесь связываться с этими олухами. Я лучше пойду... Так, а что у нас здесь? Предложение какое-то? Так, зубр... Ну-ка, дай сюда мне этого зубра. Выпадет? 4. Слушай, ребята, по-моему, я... А еще могу? Слушай, по-моему, сколько там на него нужно этих фишек, чтобы его открыть? Я, честно говоря, не помню. Так, что такое соревнование? Тут у нас предложение по фишкам. Так, это мне не нужно. Что там? Наверстать уровень команды 75. Ага. Уровень команды 75, конечно, ага. Прям сейчас, у меня еще только 30-й, если не ошибаюсь, уровень команды. А ну что, вызовы. Вызовы, кстати, вот с вызовами, ребят, я так и не понял. Пройдите на 3 звезды каждое из 3 командных испытаний на уровне смехотворной или выше, не используя ведущих героев. Как я это должен пройти, если я... Неужели вот это все должен покупать, ребят, за гемы? Как будто мне гемы здесь с потолка сыпятся. Я не согласен на такой расклад, если они к этому клонят. Я пойду вон, главу 4 потихонечку буду себе проходить. 16-й, ребята, левел у нашего противника. Я думаю, что здесь-то мы их проколбасим хорошенечко. Тем более они ватненькие все. Я обожаю, когда вот так проходим. Но когда мы с вами сталкиваемся с действительно серьезным противником, не имеет значения на каком, на испытании, на каком-то там челлендже или что что-нибудь, меня это напрягает. Серьезно вам говорю, напрягает довольно сильно. Так, ну что, у нас тут 3 из 3 волн. И я думаю, что здесь опять же наша будет победа. Потому что, ну о чем тут говорить? Об чем тут говорить, если они ватные? Да. Что со всеми этими сломанными роботами? Может, они о чем-то поспорили? Это невозможно. Автономный интеллект еще переживает детский возраст. Искусственный интеллект переживает детский возраст. Так, ребят, ну что, у нас тут разыгрывается какой-то разбитый стаканчик, кошечка и какая-то пробирка с ламой. Так, я думаю, что пора здесь навести немножко порядка. Если мы проходим эти уровни, ребят, на 3 звезды, да, это я говорю тем, кто еще не знает. Я не обращаюсь к тем, кто мне дает советы, потому что я сам тут еще нубас полнейший. Но могу кое-что посоветовать. Эти уровни, которые мы проходим на 3 звезды, мы можем с вами, ребята, фармить потом. Фарм — это те самые ингредиенты, которые нам нужны для прокачки наших персонажей. Без этого мы никто и ничто. Мы просто встанем на месте и все. Даже уровень, то, что мы с вами прокачаем, уровень ему выше, без определенной прокачки они ничего не будут значить. О, что я вам говорил? А что ты нам говорил, парень? Мне нужно отдать это тебе, Якс. Они дерутся, но не так, как ты ожидал. Прекрасно, ринг для боя с ботами. Но зачем он здесь? Действительно, зачем он здесь? Слушай, а мы пройдем... Мы, наверное, пройдем сегодня 4-ю локацию. Кстати, ребята,
Секундочку. Хотел сейчас, вот просто сейчас про локации заговорили, и я кое-что вспомнил. Многие ребята мне пишут про Assassin's Creed Восстание, что вышла пятая глава. Да, ребята, я был там. Я был там, я многим ребятам писал в комментариях, но я хочу сейчас сказать всем, что я зашел туда, я прошел только первый бой, и все, ребят, я... тупике. Там нужно офигеть, как долго прокачиваться. Ну, а так как я в эту игру не играл после того, как мы завершили с вами четвертый эпизод, ой, это очень много нужно времени, ребята, очень нужно много времени на самом деле, чтобы там что-то изменить, что-то как-то исправить. И поверьте, это в данный момент для меня не главное. То есть, если я буду переключаться на ту игру, мы что-то с вами должны будем урезать здесь, в нынешних видосиках. Если вы на это согласны, конечно, я пойду. Я буду долго и муторно проходить уровни. Я долго буду получать там звездочки на героев, на своих и так далее и тому подобное. Но, как вам сказать, а стоит ли оно того? Вот так вот скажем. Стоит ли он того? Нет, я игру ту не забрасываю. Я ее буду потихонечку как-то там развиваться, ну, за кадром. Как только я наберу определенное количество мощей и силы, этот пятый эпизод я попробую пройти. Но я вам сразу скажу, что это будет очень и очень не скоро и не очень быстро. Но зато оно рано или поздно будет. Так, ну что, ребята, у нас победушка. Мы с вами продолжаем. У нас служебные туннели какие-то там, да? Поехали! Надеюсь, сегодня мы с вами сможем пройти четвертый эпизод и, наверное, на пятом сделаем, так сказать, паузу до следующей серии. Я доволен, что у меня есть Геркулес, я доволен, что у меня, ребята, Якс прокачался до синевы, так же, как Мистер Исключительный. Это все-таки уже хорошо, конечно, в идеале я хотел бы их, я не знаю, есть ли тут золотые персонажи, ну, да... Леги, не до Леги, а до Эпика, да. До Эпика я бы их с удовольствием бы прокачал всех. Но, как видите, пока вот у меня такая вот старенькая, старомодная команда, которая, наверное, здесь никому нафиг и не нужна. И никому не интересно смотреть на моих героев. Я бы с радостью бы хотел бы приобрести каких-то новых. Но нет такой возможности, ребята. Не падают фишечки, и хоть ты тут тресни. Так, ну что, заступник Раджа, что там пишет? Периодически просто я просматриваю, ребят, вот тут всю... Ну, видишь, какие тут молодые сидят. Слушай, ну я не молодой, ребят, я уже в возрасте, я уже в преклонном, хотел сказать. Ну, сами подумайте, 40 лет — это уже все-таки не мальчик. Хоть и в душе я еще младенец. Поэтому мне всегда смешно и задорно. Вот, и то, что, да, скажут: парень, какой парень, дядя, ты что снимаешь такие игры? Ну, мне нравится, ребят, ну, на самом деле, нравится мне снимать такие игры. Нет, я не говорю о том, что я не снимаю компьютерные игры. Ну, в этих играх мне почему-то как-то весело. Так, ребят, командный уровень 31 уровня у нас стал, и это шикарно. Ну, а мы с вами продолжаем рубиться. Мощь моя пока не вырастает. Я надеюсь, что мы пройдем, а уже потом будем фармить. Фарм нужен мне определенных ингредиентов, чтобы я мог повысить. Ну, как видите, в данный момент мне нужно кого прокачать еще? Эластику, да, и Фриола. Ну, не забываем, что у меня еще и Ванилопа там висит. Так что будем стараться. А то, что мы с вами зарабатываем деньги или какие-то фишки, естественно, это все пойдет только для блага нашей команды. Естественно, будем раскачиваться. Я не собираюсь там покупать какую-то ерунду, которая нам не нужна. Хотя, если там выпадет какой-то ингредиент, да, который мне очень сильно нужен, но я до него не дорос, естественно, я его куплю. Вот смотрите, здесь, например, вот эта вот птичка. Вы помните, да, чтобы прокачать нам кого-то по уровню, нам как раз и нужен этот скворец поющий. Поэтому в любом случае нужно проходить на 3 звезды, хотим мы этого или нет. Так, ну что, пока идет нормуль, расколбас, я не могу только одного понять. Кто их хиляет? Вот кто их... Они самоотхилом занимаются или что? Вы видите, вот эти вот сердечки у нас... Якс такие сердечки бросает, когда кого-то хиляет. Это я вам точно говорю. Так, блин, рвем только шорох. Так, чокнутый там кого-то там пролила утром. Иногда приятно почитать чат. Это чат моей, ребята, Ги. Вот. Я не знаю, правда, смотрит ли моя Ги мои видосы, а вряд ли она смотрит, потому что она не знает даже, что я у них состою. Так, ну что, мы с вами продолжаем. И, ребят, ну серьезно, мы сегодня... Вот и меч в камне, кстати, который нам тоже нужен будет. Мы сегодня пройдем с вами главу четвертую. Это я больше чем уверен. И это будет классно, на самом деле, потому что я смогу полностью его
апать. И причем не просто на нормальном режиме, но еще и на элиточке. Да, об этом не стоит забывать. Что еще я хотел с вами поговорить? По поводу Bombastics, да, Brothers, я имею в виду. Все, ребята, у нас хорошо. Я потихонечку, не спеша. Я не говорю, что я каждый день там зависаю, играю. Но, тем не менее, про эту игру не забывай. Так что ждем в ближайшее время какие-то новости, какие-то новые серии. Хорошо, что там сказано? А это было на уроках информатики. Это что-то вроде антивирусного алгоритма. Что, дай посмотреть. Устранить ошибки, атака. Хрен тебе, а не атака. Сейчас ты... Устранить ошибки. Ну, бас какой-то вылетел. Сейчас ты у меня получишь. Так, и по поводу, ребята, стримов. Я уже как-то давненько вам говорил, почему я не делаю стримы. Я бы и рад бы их делать, поверьте мне. Но мое качество интернет-соединения просто желает лучшего. То есть, если я проверял, да, я рядом с собой открывал ноутбук, у меня ноутбук есть, да, и за компьютером. То есть, задержка идет буквально в 5 минут. Вы представляете, что такое 5 минут, да? То есть, я уже пройду определенную какую-то главу, а и увижу от вас только лишь какое-то пожелание или какой-то свет. Вам оно нужно? Я думаю, вряд ли. Это будет, знаете, как сломанный телефон. Я уже прошел, вы будете писать, я не буду понимать, о чем вообще идет разговор. Да, вот такой вот у нас интернет. Северный, так скажем. Да, северный интернет. Так что, ребята, пока у нас не наладится, так сказать, связь хорошая по стримам, я думаю, что пока можно даже забыть. Будем просто вот так вот с вами в прямом эфире общаться. То есть вы мне будете писать какие-то комментарии, какие-то пожелания, я их буду озвучивать. Но опять же, не скажу, что именно тот человек или другой смотрит тот самый видос, где я его поздравляю или еще что-нибудь в этом роде. Согласитесь, поэтому есть сообщество, да, ребят. В сообществе я в последнее время стал выкладывать ваши просьбы, ваши голосования и так далее и тому подобное. Так, быстро, пока они не вернулись, давайте войдем через другой компьютер. Ого, это нереально сложно. Они вступили в бой с чем-то очень серьезным. Говоришь, это была компьютерная программа? Это может помочь нашим друзьям. Может быть, я думаю, тот код усиливает фишки, которые мы собираем. То есть, кто бы здесь ни был, он нам помогает? Похоже на то, но кажется, им не удалось закончить, наверное, что-то их остановило. Так, секунду, что-то здесь уже не то, ребята. Глава 4 пройдена, прогребленная улица, и я этому, естественно, рад. И переходим мы с вами, по идее, на пятую. Ху-ху-ху, пятая глава. Почему-то главное где-то посередине, да? Смотрите, ребята, у нас глава первая, глава вторая, глава третья, глава четвертая где-то вообще сбоку и глава пятая посередине. Так, восходящая станция. Ну, давайте одним глазком, ребята, глянем и, наверное, будем с вами закругляться, потому что, в принципе, моя цель была сегодня пройти именно эту локацию, четвертую. И именно для этого была прокачка. Именно по вашим просьбам я начал сегодня снимать эту серию, потому что я не успел выложить черепашек ниндзя, как уже комментарии посыпались. Рэй, ну а где то, а где это? Ну вот, вот, ребята, получайте. Ну согласитесь, меня, по-моему, здесь разбирают. Причем, я вам скажу, довольно неплохо. Это только вторая волна, что ты там делаешь? Так, только проявилась, мы ее сразу заколбасили, ребята. Забор покрасили. Так, секунду. Ребята, у меня только Геркулес живет. Нет, Эластика тоже живет. Погоди-ка. Господи, ну я вам скажу, здесь уже сложно стало. Так что нам теперь делать? Не знаю, на той консоли больше не было другой информации. Всякий раз, когда я захожу в тупик, я возвращаюсь к началу, то есть к своему пню. Хорошая идея и неплохая шутка. Вернемся на крышу и посмотрим, не пропустили ли мы чего-нибудь. На крыше. На крышу вернется. Хорош тебе возвращаться. Так, ребята, подожди, что? А, у меня еще и выносливость закончилась. Угу. Так, давай, ребята, мы 10 гемов. Подожди, нет. Нет, ребята, 20 гемов. Так, здесь мы получаем. Ух. Так, а я. Нет, понятно, это у нас все было. Так, ну что, зайдем по героям. И я хочу, ребят, наверное, вот все-таки Геркулеса. Ну-ка посмотрим. Надеть. Да, я знаю, что. Погоди. А, мы можем просто вот так надеть. Так, а где мы можем... Мы можем получить где-нибудь вот это вот варенье? Ух ты, смотри-ка, ребята, можем. И, естественно, я буду... Так, подожди секунду. Не-не-не, я хочу получить вот это вот... Эй, секунду. Погоди, я что, не пошел на 3 звезды, что ли, это все дело? Так.
Ту-ту-ту-ту-ту. Поехали тогда. Почему-то, ребята, я думал, что у нас все пройдено на 3 звезды, и я никаких там проблем не видел. В чем проблема вообще, а? Хм. Тут, смотрите, ребята, у 40-е уровни, 42-е, 48-е. 48-е уже на фиоле. Так, да, тут, кстати, неплохо. Вот этот чувачок меня тоже напрягает. Слушай, ну вот сейчас же пройдено все на 3 звезды. Значит, я, по идее, должен этот уровень фармить. Ну-ка, дай проверю. Да, вот теперь я могу его, ребята, фармить. И самое то обидно, что я не могу, ребята, использовать мега-рейд. Мне вот так вот все время приходится делать. Хочешь ты этого или нет? Потихоньку, полигоньку. Но, тем не менее, я создаю эту банку варенье с землей внутри. Это странно немножко. И, конечно же, надеваю. И повышаю, да, я хочу повысить Геркулеса. Мне этот чувак заходит. Угу. Слушай, характеристики довольно неплохо подросли. Я этим рад. Так, а здесь что у нас? Надеваем. Здесь, подожди, создаем и тоже надеваем. Так, а вот это уже что-то интересное. Я эту шапку где-то уже видел. Так, я могу, ребята, заработать. Давай попытаемся. Но в любом случае я его сегодня пропать не смогу. Дальше. Дальше не получится, потому что... Сейчас, секунду. Создаем, да? Вроде бы как бы. Ну что опять-то? Еще какой-то... Так, а что нам нужно? Вот это вот, да? А наковальня, я могу ее где... Да, чтобы сделать наковальню... Ой, господи, ребят, вы поняли, да? Чтобы что-то получить, нужно охренеть тут пролазить. И, ну ладно, бог с ним, давай пролазим. Так, вот теперь мне пишут, парень, у тебя закончилась энергия. И я, в принципе, ребят, с этим согласен. Энергия, да, тю-тю, все. Мистер Исключительный, что у тебя? У тебя-то что создать? Ну давай мы создадим умывальник с часами и наденем. Также этот скворец. Скворец, ребят, я не могу сделать. И копилка. Вот, а, в любом случае, ребята, у нас энергии нету. Да, если бы я даже и хотел бы что-то там пошмонать, порыскать, не получится. Так, вызовы сундук. Сундук, ребята, у нас какой-то готов. Давайте глянем. Какой довольный рецептик выпал нам. Так, и вроде бы как все. Вроде бы как все и не все. На арене. Что нам на арене, ребята, сулит? Синий-синий-синий-синий-иний лег на провода. Так, это все понятно. И давай попробуем головорез. А я же с ним и дрался, да? Головорез спать, я его не смог. Хотя, посмотрите, по силам, ребята, он проигрывает. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Он же по мощам не проигрывает. Почему мы тут с вами сфейлились? Я не понял, серьезно вам говорю. Так, ну, давай, предположим. Ну, секунду, я смотрю, ребята, я смотрю, я наблюдаю. В тот раз мы проиграли. Как у нас на этот раз получится, пока неизвестно. Ну, я вижу, что у меня... Какого лешего? Неужели выиграем? Мистер Исключительный там бомбит по-жесткому. Да, ребят, мы в этот раз выиграли с вами. Шикарно. Хм. Это стоящее дело, ребята. А вот с этим, с Хоппером, мы... Что такое? Все, что ли? Больше не могу драться? Да, наверное, больше не могу, ребята. Так, испытания. Да, ребята, у нас, кстати, откатик произошел, да? Естественно, VIP 4 нужен. Топ сомневался. Давай сделаем. Все-таки фишки и плюшки нам пригодятся в дальнейшем. Так, ну главное, что сегодня мы прошли 4-й эпизод. Вот насчет 5-го, конечно, будет жестковато, ребят. Это мне надо будет за кадром, наверное, прокачаться недельку-другую, да? Втихушечку, чтобы мы могли с вами пройти. Я попытаюсь. Я попытаюсь, ребята, я попытаюсь подкачать своих персонажей. И все у нас, надеюсь, будет чики-пуки. Так, ну. И теперь, наверное, так, в порту у нас что? Да, вот, ребята, еще одно испытание, которое нам нужно пройти. Лучше все это дело пройти заранее, чем потом возвращаться и корить себя в том, что что-то ты не успел сделать, что-то ты пропустил, где-то ты какую-то монетку не дособирал. Ну, а теперь у нас все четенько. Так, минусанули и последняя волна. Мне нравится, что мистер Исключительный делает сразу же вот этот вот резкий свой рывок, прыжок, да, в груду врагов и наносит такой довольно неплохой урон. Так, что здесь? Да вы достали меня здесь уже со своими воспоминаниями. Мне турбоусиление.
Так, только на Якса. Я не знаю, ребят, что это за турбоусиление. Я его в прошлый раз делал, никакого эффекта я не увидел. Может быть, когда у тебя будут вот эти герои, которые там нужны, и ты жмешь на турбоусиление, и что-то у тебя меняется, тогда, возможно, да. Так, секундочку, что у нас тут по заданиям? Конечно, получать. Конечно, ребят, получать предложение дня и больше не шишарики. Так, хорошо, по героям что у нас? Ну, естественно, Ванилопа, как самое отстающее звено, может что-то себе позволить. Она может, ребят, позволить себе повысить ранг. Конечно, будем повышать. Вот и Ванилопа у нас становится синенькая. Так, открытый новый навык. Ментоловая свежесть. Запускает метное пушечное ядро в ближайшего врага, нанося ему 766 урона. Практически у всех персонажей, да, кто становится синеньким, где-то около 700 с лишним урона. Странно. Так, ладно, давай здесь фейерверк наденем. И пока все. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И обязательно увидимся в следующей серии, в следующем видосике. Так что всем пока и до скорого.